В Самарской области в результате непогоды оказались повреждены более 40 домов. Накануне вечером на территорию региона ворвался грозовой фронт. С самым сильным напором стихии столкнулись жители поселка Прогресс Хворостянского района. Ураган бушевал всего пару минут, но устранять разрушения придется не один день. На дорогах, в огородах везде лежит крыша. Так выглядит поселок Прогресс Хворостянского района после урагана. Налетел ветер, ураган, град. Град полностью покрыл, все лежало, побило. Полетело со всех сторон. Ветром сносило с крыш железо, шифер, рушило деревянные перекрытия. Пострадали от стихии двухэтажные многоквартирные и частные жилые дома. Всего более 40 зданий, в которых проживает 382 человека. 3 года назад делали капитальный ремонт. Как новая крыша, все, вот она. Вся крыша. А ветер сильный был, да? Ветер очень сильный, ураган. Он вот прям, понимаете... Я, главное, выглянула, вот здесь-то у нас капельки, а там вот уже стена шла. Белая. И прям тут же вот мимолетно вот это все налетело, все завернуло, вот так вот. Повреждена школа, почти все классы оказались под открытым небом. Ураган, как всегда, неожиданно беда приходит. Никогда у нас такого не было, все на стороной обходило. Ну, крышу вот у нас в школе снесло. В поселке много поваленных деревьев, к счастью, не задело линии электропередач. Разорванные в клочья крыши разнесло на несколько метров, задело автобус. Ураган. Крышу сорвало и на машину, на крышу. В результате урагана люди не пострадали. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Татьяна Дрожевкина, Новости губернии, Хворостянский район.